Вот такие вот игрушки. Вот такие вот игрушки, ну, очень быстро у нас. Водитель внедорожника рядом, по пассажирскому сиденью была мать автолюбителя. С ней преступники тоже расправились. Добычи стали лишь 20 тысяч рублей. Делаем сами. Деньги закончились, и они снова взялись. И очень-очень уважаемы эти игрушки. Правда, Пенька? Жертву задушили, иномарку забрали. Автомобиль позже нашли полицейские. Пенька. Благодаря машине и вышли. Вот так вот разделывается береза. Быстро, качественно, да? Это береза. Здесь вот есть осина. Нет, это береза. Или осина. Вот это вот тоже береза. Вот это осина. Жестоко избил его прямо в торговом зале. По-моему, липа. Не помню. Будный секьюрити исчез сразу. Надо смотреть здесь. Нет, это орехали. Директор магазина, орешник, по-моему. Вообще не знает. Пиня, дай посмотреть. У тебя береза? Здесь драк никогда не было. Да, тем это береза. Такого похода за продуктами пострадавшему теперь предстоит дорогостоящая операция. А Моня, что ты там жует, Моня? Моня, что жует? Тебе тоже игрушка нравится, да? Здесь разбили несколько дней назад, сломали нос. Что меня вырвало? Ну вот из таких вот мы делаем. Человек, который вышел разбираться вместе с сотрудником магазина. Игрушки. Охранник. Веселый, да. Понравилось, как Илья выбирал конфеты. Все, надоела игрушка. Все, ко мне не лезь, я занимаюсь.